Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит этот YouTube-канал. Меня зовут Евгений Киселев, и я рад приветствовать известного военного эксперта Агиля Рустамзаде, который в очередной раз пожаловал к нам на канал. Дорогой Агиль, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый Евгений. Приветствую вас, вашу аудиторию. Скажите мне, пожалуйста, мы с вами обычно разговариваем о том, какая ситуация складывается на фронтах войны, которую Россия ведет против Украины. Есть ли у вас какое-то видение другой войны, которая началась 3 недели назад, 7 октября, когда Хамас напал на Израиль? Знаете, это сложно назвать войной в том ее классическом понимании, в котором мы привыкли. Скорее всего, мы имели дело с серией направленных террористических атак. Я все-таки уверен в том, что это были террористические атаки, потому что было очень много неизбирательных убийств среди мирного населения, с захватом заложников, военная операция, такие цели перед собой не ставит. Но надо понимать, что ответом на такую асимметричную, скажем, ведение боевых действий должен быть, соответственно, и свой, который приспособлен к ведению боевых действий в таком формате. И я как бы Facebook не даст соврать, я буквально на следующий день написал, что типовые армейские мероприятия не приведут к тому, что уничтожить боевое крыло Хамас. Я хочу, чтобы наши зрители понимали, что Хамас – это политическая организация. И да, вот частью боевого крыла они совершили террористические атаки. Но обвинять всю политическую партию в этом, я думаю, что это было бы не совсем правильно. Армия Израиля собирается, обдумывает разные версии, разные варианты наступления или, скажем, проведения антитеррористических операций на территории сектора Газа. Ситуацию усугубляет то, что боевое крыло Хамас за последние несколько лет построило буквально последние подземные города с туннелями, с коммуникациями, с местами хранения оружия, лабиринтами. И поэтому армии очень трудно воевать в таких условиях. Я думаю, что, скорее всего, наземная операция не даст того результата, чтобы уничтожить боевое крыло Хамас, особенно ее лиц, которые совершили террористические акты. Должно быть, скорее всего, будет растянутая во времени многослойная, многоплановая операция по уничтожению террористов. Потому что типовые атаки приводят к массовым убийствам гражданского населения, и это больше похоже на удары Месси, чем удары по военной инфраструктуре Хамас. Ну, тем не менее, современные военные технологии, самое современное оружие, которое, возможно, имеется в наличии у Израиля или его союзников, окажется недостаточным, на ваш взгляд, для того, чтобы провести вот эту вот операцию в подземном городе? Нет, абсолютно. Это оружие создавалось для совсем других целей. Оружие создавалось для противостояния с армией. И да, как авиация имеет проникающие средства, нападения которых взрываются глубоко под землей, но речь идет о городах. И поэтому вот именно для сбора разведданных, для сбора ситуационной осведомленности израильской армии нужно время, куда бить. Это многокилометровый туннель. Куда бить? Вот поэтому вот Хамас воспользовался асимметричной войной. Асимметричная война – это именно как айкидо в карате. Когда выискиваются ваши уязвимости и наносится
точечный удар именно в ваше уязвимое место. Нет никаких сомнений, израильская армия – самая высокотехнологичная армия в мире. Но эта армия создана для противостояния с армией. А когда террористы прячутся под землей по 10, по 5 человек, тут армия уже такой недостаточно эффективный инструмент. Это нужны специальные подразделения со специальным обучением, нужна многослойная разведывательные возможности со спутника, с беспилотников, чтобы и в том числе и под землей, чтобы можно было иметь информацию, что куда армии бить, в каком направлении наступать. Потому что городская, стандартная наземная операция в городскую черту, это приведет к огромным жертвам с обоих сторон. И очень сложно будет победить в этой войне, потому что в эту войну этот город превратили в крепость, которая имеет как подземную, так и надземную инфраструктуру. Ну хорошо, давайте обратимся к ситуации, которая складывается на фронтах российской войны против Украины. Как вы сейчас ее оцениваете в целом? В целом, по состоянию сейчас, ни одна из сторон не обладает достаточными ресурсами для выполнения масштабных наступательных операций. Но есть одно «но». Началась гонка оборонок. И эту гонку первой начала Россия. Украина только-только начинает раскачиваться. А вместе с этим Россия уже долгое время ставила свою экономику на военные рельсы. И в перспективе от 2 до 6 месяцев российской армии увеличится ресурсы. Как живая сила, так и ее средства огневого воздействия. Тогда ситуация в 2024 году, его первая половина, возможно, украинская армия будет посложнее. А что касается текущей ситуации на линии фронта, украинская стороны ведут позиционные бои в южной операционной зоне, у левого берега Днепра, где у украинской армии есть тактические успехи, она смогла расширить два плацдарма, это под железнодорожным мостом и населенный пункт. А российская армия наступает в восточной операционной зоне, имеет успехи локального характера в Авдеевке. Кстати, российская армия поменяла метод ведения боевых действий, уже широких, больших масс и фронтальные удары она не производит, она пытается чередованием вспышками боевой активности с севера и юга срезать Авдеевский выступ. Локальный успех она имеет. И при продолжении активных наступательных действий возможно, что на этом участке фронта российская армия будет иметь успех. Украинская армия южнее Бахмута имеет успех, имеет тактический успех, пытается его развивать. В целом, учитывая динамику, можно сказать, что война имеет среднюю интенсивность и имеет 2-3 горячие точки, где ведутся активные боевые действия. Ну вот, предположим, события будут развиваться по худшему для Украины сценарию, и наступающим под Авдеевкой российским войскам удастся захватить этот город. Этот успех какое будет иметь значение для дальнейшего хода войны? Учитывая масштаб операции, сейчас это тактические операции, производимые силами до нескольких бригад, соответственно, и успех этой операции может быть тактическим. Авдеевка не является каким-либо чем-то архиважным узлом железнодорожных шоссейных дорог, либо, скажем, населенным пунктом, который может что-то поменять в
в истории, в жизни этой войны. Ну, Бахмут, захват Бахмута к чему привел. Другое дело, что Авдеевка очень сильно укреплен, и наличие украинских вооруженных сил в этом населенном пункте, это самая близкая точка к Донецку, позволяло воздействовать на Донецкий агломерат, на военную инфраструктуру города Донецка. Но это не критичная потеря для Украины и, скажем так, не очень сильный успех будет для российской армии, если этот населенный пункт будет взять. То есть, условно говоря, взятие Авдеевки не означает, что дальше российские войска начнут, я не знаю, парадным маршем двигаться дальше на запад? Ни одна из сторон не имеет таких возможностей. Парадным маршем, большим числом войск куда-то выдвигаться. Это совсем другая война. Это конфликт, эта война переросла в конфликт Средней Т-70, который не подразумевает, вот скажем, таких случаев, которые были ранее, так как Херсонская операция или Харьковская операция с охватом больших войск, выходом на большие рубежи, нет. Таких сценариев уже очень сложно будет сделать ввиду того, что эта война из-за огромного расхода ресурсов, и ни одна сторона не имеет возможности поддерживать этот расход ресурсов. Эта война перешла в конфликт Средней Т-70. И до скачка возможности какой-либо из сторон, мы с вами будем видеть максимум тактическую рутину, да, вот, попытки взять какой-нибудь населенный пункт, и, скорее всего, это будет растянуто во времени, месяц-два. Получит ли Украина преимущество, достаточное для того, чтобы серьезно продвинуться на том или ином направлении, прежде всего на южном, скажем, если она начнет получать в большом количестве более дальнего действия ракеты «Атакамс» или начнут поступать на вооружение ВСУ самолеты F-16? Дело в том, что ни «Атакамс», ни самолеты F-16 не убивают солдат в окопах. Да, они прямо и косвенно влияют на цельность обороны. Но на солдата в окопе это не влияет. И это начиная от начала Бахмутской операции и до сегодня. Украина не обладает достаточным набором, достаточным количеством средств огневого воздействия именно на передний край. А без выноса переднего края очень сложно будет проводить наступательные действия, которые обязательны даже в парадигме военного истощения. Но это производится параллельно. То есть истощается и передний край, истощается его тылы. А только истощение, это не истощение, это повреждение. Потому что вот как бы, вот если можно сказать, что если день, каждую ночь по 5 ракет минимум атакам будут наноситься по инфраструктуре фронта, ширина которого в южной операционной зоне около 500 километров. Туда можно сказать, что Украина выходит на темпы истощения, масштабы которых российская армия не сможет восполнить. Но мы этого не видим. И, как я сказал, истощение, оно производится как на линии фронта, так и, скажем, в оперативной глубине, так и глубоко в тылу. То есть вы должны истреблять противника комплексно. Да, у вас будет воздушное, скажем, превосходство в воздухе. Но F-16 не будет же гоняться за каждым ротой солдат или за каждым взводом солдат. Нет, абсолютно. Нужно, вот как бы Украина вот ждет манны небесной, но надо вкладываться и самому. Надо вкладываться самому. Вы второй год войны воюете, вы не имеете достаточного количества средств огневого воздействия именно на передке. Это 10-километровая зона. И такого оружия массового, дешевого, и я вам скажу, что на Западе нет, если даже захотят вам передать. Они задумывали совсем другую войну, что они издалека ракетами будут уничтожать, и
это большое противопехотное оружие не понадобится. Так что вот, вот тут есть такие вопросы. Тут есть такие вопросы, и если, если в Украине не произойдет скачка, скачка оборонно-промышленного комплекса, который позволит воздействовать, начиная от нуля до 300 километров, я вам скажу, что, возможно, истощаться будет Украина, даже имея «Атакамс» и имея «Ф-16». Россия имела превосходство в воздухе, и это ей сильно помогло. Начиная с начала войны и до сей день Россия имеет превосходство в воздухе. А это ей сильно помогает? Ну да, она наносит больше огневых ударов, но кардинально же это на поле боя не влияет. Поэтому вот тут есть вот такой нюанс. Я напомню, уважаемые зрители, мы у нас с вами в гостях Агиль Рустамзаде, весьма известный, уважаемый военный эксперт, который работает в Бакинском независимом аналитическом центре STEM, который в том числе занимается изучением проблем международной безопасности, военных конфликтов и так далее. Мы чрезвычайно благодарны Агилю за то, что он нашел время с нами побеседовать. А всех, кто нас смотрит, я прошу, не забывайте ставить лайки, задавать вопросы, подписываться на этот канал, оставлять комментарии, на которые я обещаю, на самые интересные, во всяком случае, комментарии реагировать лично. Вот продолжая начатую вами тему, Агиль, я хотел спросить, а какие нужны конкретно вот средства воздействия на передний край обороны противника? Это противопехотное оружие. Вот скажем, вот в Авдеевке, вот, в Бахмуте, что не хватало украинской армии? Не хватало тяжелых пулеметов, не хватало станковых гранатометов. Вот есть советский образец, российский образец, это АГС-17, это станковый гранатомет. И есть американский образец, тоже 40-миллиметровый гранатомет со сколоченными снарядами, скажем, который просто выкашивает пехоту. И минометы. Вот это вот этот набор. Вот гранатометы, набор. Минометы, пулеметы. Гранатометы, минометы, пулеметы. И это такие сложные системы, которые, скажем, невозможно сделать. Например, вот скажем, Украине понадобится год, два, чтобы, скажем, освоить производство ракет для зенитно-ракетного комплекса. Или, скажем, ракет для авиационных ракет. Это сложное высокотехнологическое устройство. Ну, скажем, производить или по лицензии, либо, скажем, у Украины, кстати, есть свои наработки по стрелковому оружию. Но увеличить его масштаб, его производства было так сложно. То есть Украине не хватает административного менеджмента оборонно-промышленного комплекса, цельности видения, стратегии. Украина выпускает миномет. Но хорошо, если ваш неудачно получился, купить лицензию, производить миномет. Это же тоже было несложно. Либо гранатомет. Это не такая сложная штука. Да это вообще-то миномет – это труба, по сути дела. Не, ну труба трубой, но надо, чтобы был высокоточным, мог применять высокоточный миномет. Потому что высокоточные мины, они очень эффективны прямо вот куда надо, куда хотите вы попадать, и ведет к уменьшению количества использования. То есть они, есть украинская оборонка выпускает минометы. Для печально известно, мол, там из-за сплава там используются специальные сорты железа, металл. Ну да, но если у вас не получается, ну какие полуполовина не выпускает миномет, вы получаете самое, лицензию по-быстрому начинаете делать. То есть Украина опаздывает со вставанием на военные рельсы. И вот я думаю, что вот мы заходим в тот период, когда Украине будет не очень легко. А скажите, вот разве системы ракетного залпового огня неэффективны в борьбе с пехотой на переднем крае? Они же вроде уничтожают все живое на целых площадях. По окопам они не очень эффективны. По окопам нет? Нет, конечно. Нужно прямое попадание. Угу.
И вот РСЗО, там кассетные боеприпасы, они эффективны, когда, скажем, на открытой местности по площадям надо работать. А когда вот окопы, так окопы же линии обороны, они же создавали для таких целей, чтобы увеличить выживаемость войск. А сейчас еще придумали новшество, то есть окопы, и в окопках есть ячейки. То есть если вы даже в окоп попадаете, мину, да, если человек залез в ячейку, его не заденет. Поэтому, да, поэтому нужно эти нюансы тоже все учитывать. И учитывая, что РСЗО, они, особенно советские РСЗО, они не очень, скажем так, высокоточные, то это по окопам стрелять из РСЗО вы никаких ракет не напасетесь. Нет, вот, для окопов, для воздействия на окопы самое лучшее оружие, конечно, миномет. Начиная с 60-го и заканчивая 120-миллиметровыми минами. А если по укрепленным там, деревьями, там, бетонным позициям, то применяются более крупные боеприпасы. То есть, в свое время Адиль, вы говорили о том... Да, простите. Да, я вас слушаю. Так вот, вы в свое время говорили о том, что плохо, медленно идет украинское наступление из-за того, что украинской армии не хватает воздушной поддержки. А сейчас вы говорите, что поступление F-16 на вооружение ВСУ не сможет драматическим образом изменить ситуацию. Нет ли в этом какого-то противоречия? Нет, абсолютно. Нет, абсолютно. Дело в том, что, ну хорошо, вот скажем так, у вас есть пистолет, у вас есть ружье, у вас есть нож. Вот вы человек, пистолет, у вас ружье, у вас нож. Скажем, по какой-то цели вы ножом ударите. По какой-то цели, скажем, ну, маленькая, близко, пистолет. А есть цель, скажем, которую нужно поражать издалека. Вот достаньте ружье. То, что у вас в руках ружье, это не означает, что вы сможете поразить, скажем, мышку, которая стоит у вас под ногами. Я это очень грубо сказал. Нужно, чтобы у вас было все. Нужно, чтобы у вас было все. Но и Украина не выпускает F-16, но это не означает, что Украина должна выпускать минометы для себя. Я это говорил в тот период, когда Украина производила наступательные действия и поражение, скажем так, живой силы именно боевых порядках как бы наносилось из различными средствами. А я сейчас говорю про парадигму позиционной войны, когда надо будет воздействовать на всю линию фронта. И на всю линию фронта вы никакими артиллерийскими боеприпасами вы не запасетесь. То есть мы говорим о совсем разных вещах. Тогда был период наступательной операции, а сейчас период позиционной войны. В позиционке мы говорим про противостояние войск лицом к лицу. Есть F-16 сверху, нет F-16 сверху. Это не влияет кардинально. Он будет влиять кардинально, когда вот пехотные подразделения истощают друг друга, какая-то сторона добивается большего уровня истощения. И плюс еще и F-16, скажем, начинает выносить те цели, которые являются важными. Это и аэродромы, скажем, военная инфраструктура, тыловая инфраструктура. Вот тогда да. А если у вас сейчас вот по состоянию еще, сейчас вот как бы позиционка, да? Сейчас позиционка. Ну, солдат к лицу как бы убивают друг друга. И какая разница, скажем, уничтожен зенитно-ракетный комплекс ПВО или нет? Я смог вас объяснить? Он прыгнул, он за 100 километров там подальше, да? То есть в зависимости от основного вида боевых действий, соответственно, и меняется роль какого-либо оружия. Сейчас позиционка. Я думаю, что она продлится где-то вот до начала весны. Будет позиционка. Это и погодные условия, и отсутствие достаточных ресурсов обоих сторон. А вот, скажем, когда уже будет весна, уже наступательная операция, то роль истребителей намного увеличится.
То есть нет абсолютно никаких противоречий в том, что я заявляю. Ну хорошо, если говорить о бронетехнике, в свое время очень большие надежды Украина возлагала на получение немецких танков «Леопард» и американских «Абрамсов», но «Абрамсы» пришли в очень небольшом количестве, 31 танк, непонятно, будут ли еще эти поставки. Помнится, главнокомандующий Залужный говорил о том, что ему нужно что-то там, порядка 300 танков для того, чтобы прорвать оборону российских войск. Вы как оцениваете необходимость, потребность украинской армии вот в такой тяжелой бронетехнике? Еще я вам процитирую книгу, которая основывала, почему развивалась войны поколения, четвертого поколения. Я по памяти процитирую, на русскоязычная книга с переводом. По памяти процитирую. Конец 80-х, рост возможностей противотанковых ракетных комплексов, а также артиллерии, привела к тому, что стало ясно. Масштабное применение бронетехники не может привести к достижению результата на поле боя. Замечу, книга с середины 80-х. Но это западная книга, да? А в это время советская военная доктрина, позднее советские, российские военные доктрины вот застряли вот в тех 80-х. Военная мысль не применялась. И до сих пор люди как бы с советским военным образованием, я говорю советским военным образованием, то есть то, что сейчас вот офицер в России читает книгу, это перепечатанная книга 70-х годов. Изменились просто даты. Или, скажем, любая другая страна, которая как бы не поменяла свою военную мысль. Вот вам ответ на результат. Нету бронетехники возможностей на поле боя. Тем более сейчас появились еще и дроны, и плюс артиллерия стала еще высокоточнее, и плюс по сравнению с 80-м противотанковые комплексы стали еще мощнее, еще сильнее. Вот вам как бы приговор бронетехники на поле боя. Сейчас такая ситуация, что ни одной из сторон ближе 5 километров к линии фронта бронетехника не может подойти. Сразу уничтожают. Либо артиллерия работает, либо дроны работают. Но вот эта вот как бы парадигма применения бронетехники, она застряла у всех людей, которые учились по советско-российским военным концепциям. Иными словами, и не нужно Украине настаивать на масштабных поставках «Абрамсов» или «Леопардов». Я вас уверяю, вместе этих танков Украине намного больше помогли бы миномет, противопехотное оружие, эти гранатометы 40-миллиметровые, автоматические, американские. МК-19, по-моему, не могу вот сам перепутать. Ну, может, видели, он тоже как пулемет, но стреляет более большими снарядами осколочными. Ну, ленту отработал, рот уничтожил. Вот что нужно Украине. Я это не первый раз заявляю. Люди, которые меня смотрят, не знают, что я всегда был противником танков. Ну, скажем, если Украина наладит либо собственное производство, либо поставки будет получать массированные вот такого оружия, о котором вы говорите, минометы разных калибров от 60 миллиметров до 120, гранатометы, которые стреляют очередями, крупнокалиберные пулеметы, станковые и так далее. Вот это оружие, о котором мы сегодня довольно подробно говорим. Да, да. И дроны тоже. Разные дроны, очевидно. Очень себя хорошо показали, как противопехотное средство. Очень хорошо себя показали. Их тоже массово надо выпускать. Вот вы получите преимущество на поле боя. Задача. Да, преимущество может оказаться достаточно для того, чтобы, предположим, ну, выйти на какие-то рубежи, о которых говорят политики. К границам 91-го года хотя бы на юге Украины. Нет. Нет? Нет.
Украине, ну, как бы максимум может вложиться. Украина может поставить экономику на военные рельсы, увеличить свои огневые возможности несколько раз. Вот тогда может военным истощением либо выйти на какие-либо рубежи, либо прийти к мирным переговорам, которые закончатся освобождением части территории. Но как бы других сценариев, вы знаете, вот как бы стоит вот выбор между вами. В Украине стоит выбор. Либо так продолжается все, кошмар до конца, когда закончится, закончится. Либо страна встает на военный рельс. А встать на военный рельс, это не означает, что через месяц вы всех вы погоните врага. Нет. Нет. Вы, может, достигнете того уровня, что сейчас мышцы свои подкачивают России. И украинской армии надо воевать асимметрично. Если она осилит асимметричную войну, то да, к каким-то результатам можно прийти. Но я не предвижу такого сценария, что к лету 2024 года Украина там может выйти, скажем, на границы Крыма. Или, скажем, закрыть сухопутный коридор полностью. Потому что не было такого накопления ресурсов, и я это говорил в апреле месяце, что масштабная наступательная операция не приведет к большим результатам без поддержки с воздуха против укрепленных линий обороны. А ситуация не изменилась, как наступать. Вы можете истощать вашего противника, а наступать не... Наступать это долго, не для одной из сторон не будет предоставляться возможным. Потому что равновесие сил. Что вы имеете в виду под альтернативными методами ведения боевых действий, асимметричной войной, которую вот вы назвали так? Вот есть симметрика, когда, скажем, два корабля российских, два корабля украинских, вышли друг друга против самого боя, завязался бой, кто кого повредил, кто кого уничтожил. Это симметрия. То есть, грубо, два боксера сражаются. Uh-huh. Асимметрика, это, скажем, каратист с весом 40 килограммов расправляется, скажем, борцом сумо, который 200 килограммов, да, знает, куда его, в какую точку ударить, чтобы этот человек под своим весом упал на землю. Асимметрика, Украина делает асимметрику. Малыми подводными дронами Украина, не имея флота, уничтожает российский флот. Это и есть асимметрика. Когда вы применяете против своего противника несимметричную силу, меньшую силу, но более эффективную силу. И украинская... Например, действия малыми пехотными группами, за которые вы ВСУ в свое время очень хвалили. Это был симметрик. Это была симметрика. Потому что, конечно, наступательные действия. Были наступательные действия, но как бы с различной тактикой, с другой методикой. Но это симметричные действия. Асимметричные действия против противника. Вы знаете, можно... Я об этом говорил не раз. Вот когда, скажем, в каком-то подразделении накопится максимум противопехотного оружия, плюс оружие, которое воздействует на глубину, скажем, 30 километров, да, вам нужно где-то, вот, скажем, выдвинуться. Да? Вы эту бронировку, этот ударный кулак подходите к какой-либо линии фронта. Вы 30-километровую зону, вы просто вот нету ни живого человека, ни техники. А потом, скажем, боковыми ударами слева или справа развивать успех. То есть очень много есть видов и способов. Это не обязательно, чтобы даже мелкими пехотными группами, скажем, производить типичные наступательные действия. И нет универсальных рецептов. Скажем,
На левом берегу Днепра совсем другие методы ведения боевых действий. Скажем, Авдеевку защищают совсем другие виды, применяют. То есть нужно комплексные, как бы, чтобы каждые командиры, там, начальники штабов думали, как вот не потратить, скажем, 10 патронов, но чтобы убить там 2 человека. А по-другому это невозможно, потому что силы, как бы, силы, есть равновесие сил, но у этой стороны есть возможность все время эти силы подпитывать большим ресурсом. Поэтому ущерб, уровень урона и ущерб. А как это Украина будет делать, это уже им надо будет. На ваш взгляд, самые слабые места российской армии? Конечно. Вот те самые точки, в которые надо бить, как каратисту, который борется с борцом стиля сумо в 200 килограммов. Знаете, это надо сидеть часами, думать, собирать информацию. Это не тот ответ, который можно придумать за 5 минут. И я об этом как-то не думал. И мне трудно будет ответить на этот вопрос. Потому что, как я вам сказал, вот на каждом участке фронт это будут свои идеи, свои как бы задумки. Думаю, что над этим 3 дня надо будет думать. И что-нибудь попроще спросить. Ну что ж, уважаемый Агиль, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо за ваши комментарии и прогнозы. Даже если они весьма сдержанные и далеко не оптимистичные. Но, тем не менее, реалистический взгляд на вещи тоже очень важен, я считаю. Спасибо большое. Я напомню, Агиль Рустамзаде был нашим гостем. Это уважаемый военный эксперт, который работает в независимом центре STEM, который в Баку занимается изучением разных вопросов, политических, экономических и военных в том числе. Спасибо большое за участие в работе нашего канала. А всем, кто смотрел, еще раз прошу, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайки, задавать вопросы, оставлять ваши комментарии. Сам постараюсь на самые интересные, содержательные вопросы отвечать, на содержательные комментарии реагировать. И всего всем доброго. До новых встреч.